Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в третьем уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент GridBox, конструктор лендингов для Joomla. Итак, в этом уроке мы с вами будем рассматривать секции, как они настраиваются, что это такое. Вообще, в GridBox все построение шаблона или сайта, тут как бы все в одном, да, мы как бы и делаем шаблон, грубо говоря, и сразу наполняем его контентом. Все основано именно вот на этих секциях или контейнерах. И тут нужно понять принцип работы контейнеров, и тогда уже сложности не возникнет. Чтобы понять, что за что отвечает, мы можем просто методом тыка проверять все вот эти вот инструменты. То есть я навожу мышь на наши контейнеры, мы видим карандашик, плюсик, и давайте по порядку. Смотрите, если мы наводим мышь, мы видим один общий контейнер. То есть его рамочка, она самая большая, да, она захватывает почти всю ширину, точнее всю ширину нашего браузера. И внутри этого контейнера есть еще два контейнера. И тут тоже есть свои инструменты, да. То есть смотрите, мы берем вот этот самый большой контейнер и смотрим, что здесь есть. Здесь есть две кнопочки. Итак, смотрите, если мы кликаем на вот эти вот квадратики, то мы можем в общий контейнер добавить еще контейнеров, например, с несколькими колонками. То есть в каждую колонку нам нужно поместить какой-то контент. Например, я кликаю вот две колонки. И вы видите, сразу в реальном времени добавляются еще две колонки со своими настройками. Да? Есть карандашик у каждой колонки. И есть еще один общий у них контейнер, где есть также свой карандашик. Есть еще такие три точки. Если мы сюда кликаем, у нас вот эти две пиктограммки – это дубликат. И если мы кликнем, вот вы видите, сразу появился дубликат, еще две колонки. И есть корзинка, понятное дело, это удалить весь контейнер. Я пока это удалю. И настроим вот эти контейнеры, поиграемся с настройками, которые у нас уже имеются. Значит, я кликаю на карандашик, у нас всплывает вот такое окно. Кликаем на background. И давайте я пока просто раскрашу в цвет, чтобы вы лучше понимали, за что это отвечает. Смотрите, мы каждый контейнер можем раскрасить, задать какой-то цвет, задать видеофон, задать анимацию, отключить, например, для просмотра на мобильных устройствах и много чего еще. То есть, смотрите, первая галочка full ширина, то есть полная ширина, стоит уже галочка, то есть у нас этот контейнер во всю ширину. То есть, если мы делаем во всю ширину наш лендинг, то есть, а как правило, такие сейчас лендинги идут, да, все блоки идут во всю ширину, то мы ставим здесь галочку. Если мы галочку снимем, то у нас здесь видно слева и справа от контейнера есть промежуток. Также еще есть full screen. Это у нас полная высота. Но тут нужно уже смотреть, когда мы загружаем изображение. То есть это будет лучше понятно. Я пока это отключу. Дальше у нас есть кнопочки. Сейчас мы находимся на настройке на вот этой первой кнопке с иконкой пера. Потом идет изображение. Если мы кликаем ниже, настройки меняются, да? Это настройки для изображений, настройки видео и отменить. Например, мы изображение залили, сюда кликнем, у нас настройка отменится. Давайте пока просто настроим цвета нашим контейнерам. Вот смотрите, BD, BG Color, то есть background, заливка цветом. И напротив цвет. Кликаем по цвету. Здесь есть палитра, можем выбрать любой оттенок. И рядом есть ползунок, например, задающий прозрачность нашему цвету. Вот вы видите, у нас окрасилось в серый цвет целый прямоугольник. То есть на сайте так это и будет выглядеть. Вот такой вот кусок цвета. Прямоугольник. Мы можем вот так, смотрите, убавлять прозрачность. Если сзади, например, есть какие-то еще элементы, да? И давайте просто назначим какой-то цвет. Например, такой. А дальше, смотрите, background overlay. Если мы ставим галочку, это просто затемнение фона. Во многих случаях может пригодиться. Чтобы на фотошопе не затемнять нам изображение, мы можем просто здесь это затемнить. Часто вы, наверное, видели такое на лендингах, изображения затемненные. И если мы выбираем background overlay, то сразу ниже для этого overlay мы можем назначить цвет. Какой-то свой. Вы видите, вот он меняется. Дальше, каждому, абсолютно каждому контейнеру можно задать анимацию. Ниже, вот она, анимация. Но это выключено, и есть список из самых популярных анимаций.
Например, выбираем Bounce In. Появление, вы видите, он как бы выскакивает. То есть анимация сразу проигрывает, чтобы сразу видели, какая анимация выбрана. Кликайте по следующей анимации, вы видите, блок выезжает слева. Например, Bounce In Right, выскакивание справа. Выбираем анимацию, и анимация выскакивает. Все здесь достаточно просто. Или вот снизу, да? То есть, смотрите, нужно понимать, сейчас мы настраиваем общий контейнер для всех контейнеров, которые находятся внутри. Если мы анимацию сдаем для общего контейнера, то весь контент внутри также будет анимирован. То есть весь контейнер, то есть все, что внутри, также там, то есть это может быть видео, изображение, какой-то ваш текст, все что угодно. Это все будет анимировано. То есть если вам задние вот эти вот блоки цветные, которые будете размещать, вам на них анимация не нужна, а нужна анимация только на объекты, то вы здесь анимацию просто не проставляете, а проставляете анимацию во внутренних объектах, где есть изображение или текст. Или можно и там назначить анимацию. И очень важный параметр – hide on mobile, то есть скрыть на мобильных устройствах. Например, какой-то блок, который плохо отображается, или вам просто не нужно что-то на мобильной версии отображать, можно скрыть, поставив просто вот здесь галочку. На мобильной версии не будет отображаться данный контейнер. Дальше, смотрите, кликаем по кнопочке изображения, и сразу мы можем загрузить upload background image, то есть загрузить изображение. Смотрите, изображение на задний план, то есть минимальное нужно изображение, я вам советую Full HD, это 1920 на 1080 пикселей, то есть подготовить заранее изображение. Вот кликаем на Select, всплывает окно, кликаем на кнопку Upload, появляется форма для загрузки изображения. Выбираем изображение, я выбираю большое изображение, открыть и загрузить. Автомобиль вставлять не буду, вставлю вот это изображение. Apple. Вот вы видите, сзади появилось изображение. Дальше, смотрите, Fixed Background. Зафиксировать наш бэкграунд. То есть, сейчас я нажму кнопку Save, чтобы применить все настройки. Она вот здесь ниже, да? Нажимаю Save, идет обновление. Сейчас мы можем увидеть едва ли наше зафиксированное изображение. Это некий параллакс. По сути, это даже не параллакс, а просто изображение зафиксировано. Смотрите, наш нижний белый блок при прокрутке движется, и вы видите, изображение стоит на месте. То есть вот так вот, как бы, у нас все работает. Достаточно все несложно здесь. Нужно просто набить руку. Итак, я нажимаю на карандаш, возвращаюсь к редактированию. Захожу в background, захожу image. Fixed background, background overlay. Также здесь, если мы снимаем эту галочку, это тот же самый overlay. Вот вы видите, да, оригинальное изображение видно. Возвращаюсь сюда и проверяем. Вот смотрите, я вам говорил, full screen. Если ставим галочку, вот вы видите, у нас что получается. Вот эта высота именно раздвигается, чтобы изображение нам показывалось во всю высоту. Вот, если это где-то нужно, вы сможете это быстро применить. А дальше мы с вами переходим... Вот Fixed BD, я не хочу фиксировать, галочку снимаем, тогда оно у нас не будет зафиксировано, оно будет прокручиваться вместе с сайтом. Перехожу на пиктограммку видео, и здесь у нас есть настройки для видео. Первое поле — это YouTube ID, чтобы для видео заставки, видео бэкграунда проигрывал YouTube, нужно нам идентификатор ролика. Итак, идем в YouTube, заходим в какой-нибудь ролик. И в адресной строке, я надеюсь, вы знаете, как получать ID нужного ролика, до знака равенства мы вот так все копируем и вставляем здесь. Если сразу ролик не появился у вас, нажимаем пробел, и обратно мы убираем пробел. И сразу вы видите, да, у нас видео пошло. Start second. С какой секунды стартовать видео? Давайте попробуем поставить, например, с 10-й. Не знаю, как это работает, ни разу не пробовал, но вроде у нас ролик начинается с нуля. А дальше размер ролика, ну, в принципе, оставим самый большой. BG Image Mobile. Смотрите, здесь, если вы используете видео, обязательно загрузите картинку. То есть на мобильных устройствах, если не будет воспроизводиться видео, то будет показываться изображение. Или если долгий интернет, показываться будет изображение, когда подгрузится все, будет автоматически показано видео. Обязательно загрузите. Background overlay. Также можно назначить какой-то цвет
поверх видео бэкграунда, и сразу же ниже можно управлять цветом этой заливки, да? Я не буду ставить. Ну и дальше здесь все понятно, скрыть на мобильных устройствах. Вот давайте full screen, посмотрим, нажму save. Соответственно, звук, если есть на видео, звук уже нет. Если есть звук на видео, у нас отключается как раз таки звук вот здесь mute, без звука. Если мы галочку снимем, то звук должен быть. То есть, смотрите, вот это mute, это отключение звука в видеоролике. Ну и, соответственно, если мы кликнем вот на эту иконочку глазика, у нас все удалится из этого контейнера. Так, я назначу пока просто какой-нибудь background. И save. То есть, смотрите, сейчас вы видели, как я настроил контейнер, да? Принципы практически здесь одни и те же. Как настроить другие контейнеры? Мы наводим мышь, смотрим, что у нас здесь есть еще. У нас есть настройка логотипа. Настроим в следующем уроке, да? И вот смотрите, есть один внутренний контейнер, и внутри есть еще. Давайте настроим вот этот общий внутренний контейнер. У этого контейнера здесь есть такая пентаграммка, 4 стрелки в разные стороны. Мы можем зацепить мышкой, и вы видите, двигать по основному контейнеру. И если у нас тут несколько контейнеров, мы можем менять их легко местами, просто перетаскивая мышкой. Также карандашик показывает, ну, те же самые практически настройки, только здесь есть еще border. Это рамка. То есть, смотрите, если я выберу рамку, и где проставить рамку? Топ. Вы видите, появилась красная черта наверху. Right справа, button снизу и left слева. Вы видите, у нас обрисовалась такая красная рамочка. То есть, если это нужно, можно задать такую рамку. Если зайдем в background, мы можем full ширина сделать во всю ширину эту рамку. Вы это видите. Ну, остальные настроечки здесь все те же самые, что у основного контейнера. Паддинг. Смотрите, это внутренний отступ. Запомните, margin это внешний отступ, паддинг внутренний. Мышкой за ползунок можем тянуть, и вы видите, что происходит в реальном времени. Мы раскрываем высоту, да, внутренний отступ. Справа. Ну, мы не можем сейчас справа двигать, потому что у нас назначено здесь во всю ширину. Убираю во всю ширину, захожу паддинг, и тогда слева, вот здесь видно, вот, если справа вам не видно, подвигайте настройки в сторону, да, и тогда будет видно и справа. И margin, здесь уже весь контейнер движется топ, то есть отступ от верхней границы, да, а это от нижней, вот вы это видите. Еще есть такая опция здесь, но позже я вам покажу, позже поймете, зачем она здесь нужна. И также есть опция Custom CSS. Так, это у этого блока. Соответственно, этот же блок также вы можете закрасить цветом. Я надеюсь, вы это понимаете, да? Также background, и вот здесь просто назначаете цвет. Вот и все. Также здесь есть, можно продублировать. Так, почему-то этот параметр не может быть изменен. Мы можем удалить, да? Нет, этот блок основной с логотипом у нас почему-то не удаляется. Ладно, дальше двигаемся. Смотрите, у нас здесь есть еще вот такой контейнер. Мы можем его перемещать. В принципе, тут как бы некуда его перемещать. Он тут один. Если нажмем карандаш, здесь мы можем добавить меню. О меню мы в следующих уроках поговорим. То есть, это у нас позиция для меню. Дальше здесь вот смотрим, еще есть плюсик и карандашик. Карандашик, но это то же самое. Мы можем смотреть сразу, например, поменять цвет. Вот вы видите, где сменился цвет. Да? То есть еще для внутреннего контейнера также можно задать цвет, также и практически все настройки, как и для основных контейнеров. Смотрим дальше, плюсик. Мы рассмотрим это позже. Вот у всех контейнеров, где есть такие плюсы, это значит, что мы можем добавить и Joomla модули, любые Joomla модули. Потом плагины идут от Gridbox. Изображение, текст, бутон. И это еще не все. Здесь кнопка есть Upload плагин. Мы можем загрузить всякие слайды, всевозможные таймеры и так далее. Это все будем проходить в следующих уроках. Сейчас просто общее ознакомление именно с секциями.
Также вот у нас есть логотип. Логотип, так же, как и меню, рассмотрим в следующих уроках. Но вы видите, для них есть общий контейнер. Также здесь есть плюсик. Можем в этот контейнер что-то добавить. Или же, например, также задать ему какой-то свой цвет. Я просто сейчас их окрашу в разные цвета, чтобы вы понимали, что каждый этот блок можно вот так менять. Вот таким вот образом. Итак, на этом уроке я ставлю паузу. Урок получился достаточно длинным. И мы с вами увидимся в следующем уроке. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.